Вышли на улицу. На улицу. Так. Что я хотел поглядеть? Вот и забыл. Короче, вот это вот наш. Как разбираю я? То, что у нас грабить? То, развести, которое... Так, это что? Это. Ну, это понятно. Там это радиатор. Заменится. Да, проверим клубнику. Клубника согнивала, клубнику не хватит. Разрешу уже. Ну, надеюсь, клубнику не плохая, да? Вот такая вот подгибание. Мощная. Разрешу клубнику не плохая. Корм уже разрешен. Корм. Так. Вот так. А вот это я сижу. Ну, по-моему. Вот такая. Вот такая. О, подлёки. Вот такая. Ладно. Пойдем побашим. Дальше, что тут положить. Поглядим. Вот такая. Тут столик. Треба покрасить было на днях, и покрылся. А что мне тут купить? Так, сейчас подумаю. Треба поставить сюда. А еще где-то положить в сторону. Что ты хочешь? Полетит как тебе? Сейчас птица подкинуть такая. Погоди, только мобили. Погоди. Погоди, кого я взял в руки. Погоди. Сейчас его тут кину. Боится, бедный. Да. Это с YouTube. Но. Так, теперь треба поменял. Заметил. Сколько? 107 кубиков, может быть. Так. 107 кубиков. Не пишется. Не пишется.
порцию купить. Вот, порцию буду. Что думаю, состояние, да? Снимем. И перекинем. Перекинем поршни. Перекинем. Сложная процедура. Это очень даже сложно. Процедура уменьшить великий. Тут что сильно не уменьшишь уже. Якобы сильно. Хотя вот можно что уменьшать. Ну то меньше. Перекинуть на более меньше. Как тут натягивается, что непонятно. Натягивается, понимаю, наверное, вот этим. С той стороны и натяжка идет, да. Это натяжка ремня на такие комбайны. Осмотр невелики комбайна. Бизон подцепного. Барабан снятый, будем электронизация производиться этого комбайна. Комбайн польского производства Бизон Z020. Комбайн простый, агрегируется с тракторами 1,5 тягового класса. Тут такие все сверху клавиши. Тут решета сборник. Скажу, тут немалый сборник до зерна. Зерна. Короче, сюда МТЗ-82 лазит у притирку вообще. Протирочку чуть-чуть лазить, больше сюда не влезет.
по габаритам. Так, там ремни накидали, проводится отвал отбора мощности, запускается весь механизм.